Щелковское отделение Красного Креста совместно с администрацией округа и компанией «Торговый дом плодокомбинат ИК» подарило 22 общественным организациям кондитерские изделия. На этот раз Красный Крест своей благотворительной акции для общественных организаций подготовил вкусный подарок. В пакетах мы можем найти несколько пачек печенья. У нас 25-26 будет проходить 90-летие мероприятия в связи с празднованием 90-летия городского округа Щелково. И все общественные организации со своим коллективом, своим президиумом будут также проводить чаепитие своими членами организации. Поэтому как бы подсластить и в преддвериях такого праздника решили раздать всем общественным организациям как раз-таки вот такие сладкие наборы. Мы подготовили небольшие подарки, которые будут розданы всем социально ориентированным некоммерческим организациям, которые расположены на территории городского округа Щелково. Ну, на самом деле, чем мы занимаемся, это в основном тренировки, мероприятия игрового плана. Там всегда мы пьем чай в перебивках, и вот это печенье, которое нам подарили, оно на самом деле не сытное, но всегда дает тонус детям. И мы покупаем или на спонсорские деньги, в основном на свои, и мы очень благодарны организации, вот Красный Крест, что помогает вот так на самом деле. Ну, скажем так, что у нас в Африаново есть очень много малообеспеченных семей, особенно у меня в клубе мещанства. И часть сегодняшней акции, я думаю, детям отдать, чтобы, хоть немножко помочь. К слову, акция также приурочена еще к одной дате. 19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Поздравляем всех наших жителей, и пусть добрых дел в нашем округе станет еще больше. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Друзья.